Всем привет, друзья! Вы на канале Просто Гаур, и мы продолжаем прохождение The Last of Us Part 1. В прошлой серии мы остановились, я уже забыл где. Подписчик меня просит, чтобы я снимал эту игру, которую мы давно уже не снимали. А все зациклились на Киберпанке, на Обливине. И вот пускай будет, так сказать, парочкой нашей разбавки The Last of Us. В прошлой серии мы остановились, убили, по-моему, того чувака, вот этого, как они, Last of эти. Хрены, короче, я немножко побомбил. Не позанимался всякой херней. А идти куда? А, да, тут меня все убивали, эти чувачки, от которых я все бегал, еле с ними разобрался. А теперь куда нам идти? Вниз, наверное. Можно пролезть. Осторожно. Снимаю я опять в 30 кадров. Посмотреть работоспособность и чё как. Вот, есть ли вообще в этом разница. Так, у меня дубинка. Тап у меня оружие, да? Нет, тап это у нас этот. Да иди нахер. Так, тап это у нас этот. Инвентарь я забыл. А, вот все, панель быстрого доступа. А, что включить выключить фонарик, я знаю. Знаешь, я тут подумала, вернем оружие и сможем немного пожить спокойно. Что я слышу? Ведь ты сам всегда предлагал залечь на дно. Да, ты все не соглашалась. Ну, теперь соглашусь. Живем, увидим. Пойдем. Я вообще правильно иду, я что-то не помню. Не знаю. Какие-то трубы. Кто? Никого. Ну, кто идет? Прервет мою запись. Так, пойдем. Куда дальше? Куда дальше идти? Так, а если вы стоите тупите, значит куда-то туда, правильно? Раз. А. Глубже вниз, 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 наверное. Не карабкаешься? Тетя Мотя, куда идти? Ты туда идешь. Карты нету, нет? Мы в полной хрени. А, скарабкнулся. Кряхтят там. Сюда. О, нашел. Что тут у нас, шняга? Так, лут. Лутанулись. О, еще что-то блестит. Тесс, сюда. Коктейль Молотова. Так, приблизь. Коктейль Молотова устраивает очаг возгорания вокруг места попадания. Удерживайте правую клавишу, чтобы прицелиться. Нажмите левую для броска навеса. Доступна инструкция для изготовления. А, я его могу крафтить? Я понял, не буду. Глянь на рукав. Цикады. Да. Похоже, дела у них и тут хреново. Надеюсь, у Капитолия нас все-таки встретят. Да не парься ты. Да я не парюсь, мне вообще похеру. Просто так, поинтересоваться, так сказать. Так, а что тут у нас? Еще какая-то херня, офига. Что у нас за документы? А, я приблизить.
Читать. Встречайте вторую группу цикад у Капитолия. Капитолий — золотой купол. Девочка, рост 160, возраст 14 лет, рыжие волосы. Отложить. А, взял. Из карантинной зоны. Видишь, это не наши. Так, и чё, куда? Дальше. Ну, значит, наверное, нам надо туда, в подземелье. Автоматы не работают, тут ничего взять нельзя. Навряд тут какая-то шняга есть. Ты чё тут светишь? А где мой фонарик? Включи фонарик. Охеревший. Это волына. Ладно, пойдем, значит, туда. Под этот. Пролезем. О, врубил. О! Вон там, видишь? Черт. Мы почти у выхода. Ладно, Джоэл, ты вперед, я прикрою. Элли, держись рядом, не отставай ни на шаг. Угу. Не зевай. Понял. А что с ним делать? Вальнуть его или что? Постелсить? Так, чтобы бесшумно убить щелкуна, нужна заточка. А что, накрафтить ее, да? Вот так. Чтобы двигаться медленно, тихо, удерживайте стрит. Стой, 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 компоненты. Вали его. Здесь я не сдохну? На, все, сдох. Мразота. Твою ж, ую ж за ногу. Вы чё, пацаны, только не жуйте меня. Так, а чё, можно ещё забацать её? Не хватает ножниц. У меня нет, наверное, заточки. Ты чё? Так, пацаны, готовимся к гибели. Да? О, все, все, да, мутированный какой-то пес. Ну давай его, что-то не можешь, что ли? Вон он, придурок, бегает. Зараза. Сейчас засекет тебя, уйди оттуда. А можешь ему всечь просто в голову с пистолета? Я удивляюсь, как этот придурок меня не видит, если я с этими. Ну, с фонариком, типа. Чё, они слепые, что ли, эти друзья-то? Может, тут какой-то лут можно взять? Взял лут, заточил, выкинул. О, стой, стой. Замена. Ага, хрена. А, дубинку заменить, типа. Не, давай пистолет мне. Хрена, мне эту биту не надо заменять. Дрын мой. Так. Тут, может, что тоже валяется? Так, компоненты. Какие бумажки. Патроны. Так, читаем. А. Дерек из книжного разрешил пользоваться своим сейвом. Как будешь закрываться, кинь туда мои шмотки. 3.43.78. Стелс. Ведь так и предлагает мне эту биту поменять. Ты где? А у вас там не один, что ли? А можете просто в голову дать лоху? Ты чё? Иди нахер, псина. Ты чё, боксер, что ли? Нет. Братан, не-не-не. Епо на мать! Стой! Да ты чё? А, он типа все укусил, один раз сдох, типа? Хрена себе! А ХП мои! Типа не в счет, что ли? Да пошел ты в поле. Короче, я так понял. Ты что делаешь, шумишь? Не надо тут, короче, оттуда выбежал, меня захавал. Да не хватает мне ножниц каких-то.
Полудурок! На, собака! Мозги пробили. Твою мать! Отбивайся! Все, короче, идите нахер, я сейчас мимо пробегаю, все. Сейчас все заберу и нахрен вас посылаю, понятно? Хрен какой-то. Этих щелкунов, походу, вообще нельзя попадать. Какой-то ушлепок. У меня заточек нету. Тихо. Ты чё, паразит? Уже этих придурков здесь. Твою ж за ногу, походу. А чё? Да я не убью его заточкой. Давай мозги пробьем этому придурку просто. Да все, да иди ты нахрен, он один раз. Сука. Сожрал нафиг. Может, нахрен его послать, я сейчас. Может, я сейчас просто их вот так вот просто сейчас раз. Не, собака тут так не выйдет. В башку ему просто. Данина, ушлепочная, Данина. Кто, кто, сука? Ты чё, гнида? Какое ты дно? Помоешь-то. Да иди ты нахрен! Сука, чё такие борзые? Я сейчас 12 минут буду убивать эту помойку. Сука, просто сожрали всех. Можешь нахрен их просто послать, я пойду мимо. Тут, наверное, походу не надо вмешиваться в их ситуацию. Но тот дебил только стоит там, что-то делает. Ну, допустим, я сейчас щелкну ему в голову. Там. Может, коктейльчик забацать? Набулькаем еще коктейли. И все. Ой. Что, живой что ли еще собака? О, сдох. Посмотрим. Два трупа лежат. Мне сейчас, если я буду валить, их тут походу не один. Да нахрен у меня заточек нету. Тихо. Только вы там не спалите контору.
конечно, тут же кирпичи, еще вход нужен. Давай иди уже, топай быстрее, хрен! Он стоит, гад. А у меня в те кварталы выйти. Да, куда он пойдет, а? Ни хрена себе. Тихо. Странный коридор и страшный. Что-то мне вообще ничего тут не хочется летать, потому что сейчас они меня сожрут. Твою же за ногу. Ты чё? Так. Стой. А, не, нельзя, да? Давай. За точкой. Да не хочу я сюда заходить. Я случайно. Бутылка. Нет места. Ну в смысле нет? Вы что, я и повыкидывал уже все. А если его битый убить? Наверное, шума поднимется, конечно, да, жестко. Пусто. Ой, бляха. А я не знаю кода. Не знаю я кода. Тихо, тихо, тихо. Не пали контору. Пошел назад. Так, значит, сейчас получается мне надо куда? Если эта хрень ходит там. А, страшный коридор, бля. Не получается. Какого хрена нет места бутылки? Неужели тут никакого лута не дали, одну отмычку и эту заточку и хватит, что ли, типа? Сюда. О. Мы почти выбрались. Тихо. Где он? Джоэл, тут. Слева. Ну, я вижу. А еще где? О, нашел. Ну пошла. Не греми лестницу только, а то сейчас отгремят нас тут. Всегда. Чё ты сидишь там, малая? Чё, давай, лезь давай! Давай, блин. Сейчас тебя сожрут там и укусят за что-нибудь.
Офигеть! Мы дошли! Да ладно! Вы целы? Да. Нам пора. Да дай полутать-то а что-нибудь. Крутые ребята. Красавчики прямо. Просто везение. Веселые. И оно на исходе. Мы веселые ребята. Хрена тут все угрохано. Город мутаций. И куда нам, Тесс? Капитолий в той стороне. Че? Осмотр. Че тут, в принципе, смотреть? Как нам перелезть грузовик? Под севом? Найдем что-нибудь. А че, так нельзя, что ли? Подсадить, да перелазите. Фига вы че? Пацаны, у вас все нормально? Так, этого тоже надо туда же. А то будет мешаться. Да не цапайтесь-то там своими руками грязными. Понятно. Отпусти ящик. Вот этого надо сейчас. Че, лута даже нет? Вы вроде... Ух, ни хрена себе ты жесткий. Ну, хватит. Теперь залезем. Я в грузчике не устраивался, ребята. Че, меня в грузчике устроили? Кряхтит бедняга. Теперь пошли. Залезайте. Они вообще там носятся где-то, не знаю. Непонятках каких-то. Так, в грузовике что-то должно быть. Не зря же он так поставлен, да? Порядок. Че там? КЦ это должен знать каждый. Данная памятка выпущена Государственным центром санэпиднадзора США в целях информирования населения о кордицепсной церебральной инфекции КЦИ. Для предотвращения ее распространения. Общие сведения. Кордицепс – это грибной паразит, влияющий на мозг носителя, изменяющий его поведение. Еще недавно он поражал только насекомых и некоторых других членистоногих. В последнее время появилась его разновидность, опасная для человека. Пути заражения. Известно два пути заражения КЦИ. Дыхание, спор кордицепса, контакт с биологическими жидкостями больного КЦИ, как правило, при укусе. Вот поэтому у меня эти кусают, как их щелкуны, и поэтому я сразу умираю. Инкубационный период. Паразит достигает головного мозга через 1-2 дня после попадания в организм носителя. Инкубационный период считается завершенным, когда кордицепс подчиняет все основные функции организма первой стадии КЦИ. Симптомы. Для первой стадии КЦИ характерны спутанное и агрессивное поведение, выражающееся в беспричинном нападении на окружающих. По мере того, как грибок прорастает в ткани носителя, его споры начинают выделяться в окружающую среду. Лечение. Вакцины от КЦИ не существует. Средства, позволяющие задержать распространение инфекции, науке неизвестны. Диагностика. КЦИ диагностируется методом анализа крови или осмотра кожных покровов под микроскопом, обычно в области головы за ухом. Последний метод дает позитивный результат уже через несколько минут после заражения. Я понял. Полная хреновая хрень. Я понял. Так, и что там было? Дубину заменить. Дубин не надо мне менять. Так, чё, пойдем, КЦИшники. Ничего нет больше, тут дверь там открыть нельзя. Пройдем через здание. В прошлый раз вышло охренительно. Ладно, молчу. А вот правильно, давай. Бляха, опять я забываю все, давай. Тут надо же удерживать. Пипец тут качком делают, пацана. Что я не слышу? Что я не слышу? Давай быстрее. Вы бы хоть помогли бы снизу. Ууу, ща погоня будет. Ух, ёкарный...
Ни хрена себе. Сейчас бы проломает тут все. Все. У тебя что-то на ноге. Помру. Ух, ни хрена себе. Жесть. А, ну руку ему это оторвало. Прямо этим. Теперь надо найти выход отсюда. Давай искать. Давай шмонать. Что-нибудь. О. Значит, при помощи... У тебя иммунитет? Марлин так считает. При помощи найденных деталей можем модифицировать оружие на верстаке. А как тебя укусили? Где это видано, чтобы в зоне напали зараженные? Ну, я любила удрать. Я училась в армейской школе-интернате. Любила удрать? Да, побродить по городу. И в торговом центре наткнулась на зараженных. Туда полностью закрыт проход. Как ты туда попала? Емкость магазина. Потихоньку. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Короче, я не вкуриваю, как тут это, улучшаться, потом пока ничего не буду. Лучше пишите в комментариях. К Марлин я обратилась потом. Странно, что она тебя не пристрелила. Она хотела. Как она там? За нее можешь не волноваться. Так, я, короче, не знаю, как тут улучшать. Лучше пишите в комментариях, как это все делать. Я сейчас чем-нибудь тут наворочу и потом неправильно. Так. Давай какие-нибудь смеси. О! Патроны. Так, нет, да, что-нибудь на столе же должно быть по-любому. Пустой. Так. То, что я понял, что тут шмонаешь, типа, улучшаешь вся фигня. А, типа, там, чё, как там, лучше качать, я не знаю здесь. Чё это у нас? Художники одни. Может, что здесь есть? Опять сюда выход ведет. Но здесь ничего нет. Чё там разбило? Простите, я случайно. Таш. Извините. Идем, не отставай. Да ладно, нормально все. Главное, что тут. Главное бы нас бы не заметили. А то тягаться с этими чувачками будет жестко. Да включи свой фонарик. Чё? Фонарик включили. Старый музей. Некоторым вещам тут сотни лет. Правда? Ух ты. Чем фонарик не включает? Разрядился, что ли? Так. Ничего здесь не... О, смотри, есть. Открывай шкафы. О, давай ножницы. Ничего нету. Хоть что-нибудь подсказывайте тут, блин. Я-то откуда знаю. Так, как... Доски. Сейчас пригнитесь. Ну, пошли, пошли. А я как? Все. Я жив. Я обойду завал. Опять они. Дэс. Бегом. Бегом. Ща. Ты себя ногу не сдавил? А ты думаешь, ногу сдавил? И что, мне опять с ним тягаться? Опять я тягайся. А как мне обойти тут? Взял все, развалил всю эту халабуду. Тесс. Сейчас тут тебе будет Тесс. Какие-нибудь подщелкой. Твою же, надо. Он меня заметил. Слушай, да я тут, знаешь, что забацал? Ничего не могу забацать. Дубины можешь его отпить. Давай, дубин. Давайте. На, сука. Помри. Проломай ему голову. О, бежит. Кругом одни боксеры. Я понял. А, иди. Сука. Сожрал меня опять. Мне как они меня бесят. Реально, они непобедимые какие-то щенки.
ушлепки. Вообще этот стелс ненавижу. У меня ни заточек, ничего нету. Еще что-то требует, чтобы я их убивал здесь заточками, блин. Ну опять этот музей. Да и хер с ним. Пошли. Давай меня не видеть нахер его. Короче, их вообще бить не вариант. Они бьют меня. Надо кирпичами отвлекать. У меня заточек нет, дружище. У меня сейчас бревно сломается. Да, да вы чё? Пошел ты в поле. Да я пройду. Закрыто. Нужна чё? Заточка. А у меня она поломалась. Тесс. Давай. Чёрт. У меня три солта в этой аптечке. Чё ты гонишь меня? Давай. Коляна сейчас сделаем. Конечно, я думаю, ещё вы за мной придете. Так. Ничего нельзя. Бутылки нету. И что, надо, чтобы дверь взломать, теперь заточку искать? Нужна целая заточка. У меня ее нету. Правильно. Значит, туда надо пройти с заточкой, да? Или что? Ну ладно. Нет места. Куда у тебя вообще есть оно? У меня ХП полный. Все полное. Ничего открыть нельзя. Хотя бы заточку забацать. Куда мне, значит, дальше? Так, и надо ждать, пока этот контуженный туда пойдет. Да пока вы бежите, я уже... Бляха, ну пиздец, меня сейчас за шкирку оттащил, сука. Я вообще не понимаю смысл, прикола вообще никакого не понимаю. Этот ушлепок меня запалил. Я что, получается, вернулся сюда же, и он меня здесь поймал. Так что ли выходит? Посмотри, сука, вот тебе вот, вот так вот в башке пробить, да? Крупнокалиберным, гнида. Беги нахер, петушара. Не-не-не, ты беги, не надо этот рюкзак, сука, открывать. И шаг. Нахрен тебе этот рюкзак усрался, я еще в этом управлении ни хрена не понимаю. Бля, вообще бесит меня. Этот стелс вообще ненавижу, просто это, сука. Да дубин не бей, нахрен тебе нужно. Сейчас у меня еще эту шлепину запалит. Пригнись. Еще вообще в ту сторону, не в ту, я не знаю куда идти. Ничего не показывает, бля.
Ну заточки нету, что ты там выпендриваешься? Сейчас запалит. Я не сомневаюсь. Получается, нам в обратную сторону идти. Чтобы барана с пистолета не убить. Хоть пригнись и быстрее эту дверь открывай нафиг. Сейчас он меня откроет не в то место нафиг. И будет зашибись. И сразу все проиграл нафиг опять. Еще как назло ничего не дают, блин. Никакого лута. Как хочешь, так и проходи, блин. Может, и дверь не поможет сломать? Я патроны. Вообще ни хрена. Добей его! Надо. В башкет прям. Нормально. Да нормально. Эй, идите сюда. Эли. Я за патронами, мне пофигу, дружище. Я за патронами. У меня патроны. Сука, они их не дадут мне. А ты дашь? Твою ж за ногу. Ууу, рукопашный вообще не вариант. Вы чё? Сейчас тут эти каратисты меня забацают. Сейчас меня эти каратисты забацают здесь. Ты чё контуженный? Полежите там, отдохните пока. Черт, еле отбились. Да еще патрон нету. Только кирпичи мне свои дает и все. Больше мне ничего не дает. Чё? Куда-то уже пришли? А, вон, поговорить надо, да? Давай, что ты скажешь? Сюда, пройдем на крышу. Давайте, пройдем. Твою же за ногу пугаешь меня. Пошли на крышу. Да чую, это все будет долго. Так легко не отделаешься. Пока тут, считай, сливаешься. Нам на ту сторону. На какую? На ту? Куда нам? Здесь ничего нету ценного. А, бревно, если бревно. Если бревно, значит куда-то надо ставить. А куда? Да, ну да, как логично. Ну вот. Подозрительно. Только иди осторожнее, она немного. И не провались. Можешь попрыгать на нем. Только ты не падай. Ну как, не разочарована? Еще не знаю. Но вид. Вид зашибенный. Согласен. Идем туда. Вид нормальный. Эй, соберись.
Почти пришли. Не зевай. Есть, мэм. Это Ведьмак, а это Йеннифер. Вот реально. Это Геральт, а это Йеннифер. Все похоже прямо. Схожести. Он прямо за поворотом. Марш. А где Шаган? Отставай. Все, на этом надо нам серию сегодня заканчивать. Так сказать, посливались, поигрались немножко. Вот. В следующих сериях нам будет еще интереснее. Я так понял, это как контрольная точка, и у нас сейчас уже посветало, стало более приятные виды, и эти приятные виды, так сказать, мы встретим в следующей серии и посмотрим, что там дальше в этих таинственных кварталах. Ой, кварталах, 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 таинственных кварталах. Ну, а так что ссылка на описание, в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на YouTube канал, на ВК канал. Там я тоже скидываю видосы всякие. Вот. Ну, ссылка на донат будет в описании под видео, если есть, так сказать, желание поддержать. Ну а так, пока-пока всем и всем пока-пока.